Всем привет! Мы продолжаем искать Либерталию. Ну давайте продолжим эти поиски. Что-то мне подсказывает, что нам сюда. Тут есть тропа! Ну, насчет тропы это громко сказано. Ну, вот лицом об скалу мы запросто можем. Вот так-то лучше. Давай-давай. И дай. Иди. Ходи сюда. Так. Что у нас тут? Оу. Подожди, а что наверху? Понимаешь, нам предлагают до выступов дотянуться и там типа... Как дела? Не сюда. Ну, не сюда, так не сюда. Я думал, может быть, какое-нибудь сокровище хотя бы оставить. Было рискованно. Но мы это сделали. Отлично. Мы на правильном пути. Наверное, не знаю. Так, тут башня, а тут... А тут тот самый пляж, по-моему. Или не тот же самый. Почему сразу никто не нашел? Бывают и другие варианты. Бывает, нашел, но не ушел. Что это такое? Османский шлем. Тоже неплохо. Когда мы жили в приюте, ты думал о том, что мы так будем отжигать? Нет, не думал. Ого. Какие у нас радужные варианты. Получилось. Это почти самый большой резервуар на моем веку. Это был самый большой. Я потом расскажу. Давай спустимся. Пятеро пиратов. Обойди. А ты думал? Ау. Здорово. Все в порядке? Да. Все круто.
Прямо райский уголок здесь. О, это еще что? Тут припасы, инструменты, семена. Провизия с давно истекшим сроком годности. Так, да я там видел сокровище блестело. Как туда добраться? Так понимаю, здесь ты, Нейт, не захочешь вылезти, да? А здесь, наверное, скользко. А нет, нормально. Шкатулка из панциря черепахи острова Пику. Ну, на дне вроде ничего интересного нету. Ладно, в этой комнате, наверное, ничего больше нас не ждет. Так, там зала какая-то, здесь еще комната. Планы какие-то. Чертежи. Чертежи. Они все выцвели. Так бывает. Сэм, посмотри. Тут знаки пиратских капитанов. Все собрались вокруг Эвери. Эвери и Тью вершат суд над своими. Похоже, они тут пишут кодекс правил. Биль о пиратских правах. Корабль Эвери. Великолепный. Атакует Ганг и Савай. С этого все началось. Нейт, это же история основания Либерталии. Да ладно. Сэм, смотри. Может, они задумали построить тематический парк? Пиратский остров. Сэм, смотри, диорама. Это городская улица. И они все это построили? От них не знаешь, чего ожидать. Прекрасная работа. Так что это за место? Ну и что мне с этой статуэткой-то делать? Ребята. Чем вы здесь положили, если она... А, ладно. Кто-то вроде штаба. Здесь была придумана Либерталия. И все-таки неужели они это реализовали? Ну да, наверняка. Ты посмотри на это. Нельзя потратить на идею целую жизнь, чтобы потом просто взять и бросить. Да, но жизнь редко идет по плану. Меня вот немного смущает эта статуэтка, она здесь стоит такая неприкаянная. Ну что ты хочешь там увидеть? Ладно. Надо искать что-то еще.
Тут ворота заваленные. Ну да. Нам вперед. Вперед и только вперед. Это все, что ты можешь сказать? Это ж кнопка. Началось. Поднимем вместе, хорошо? Ага. Ладно, давай. Тяжело. Ты просто думай о сокровище. А я пока думаю о спине. Черт. Так, это уже интересней. Очередное испытание. Похоже на то. Какие-то подозрительные ниши тут. Наверное, сейчас начнут какие-нибудь лучи солнечные бить из дырок. Надо будет какие-нибудь зеркала. Ну, в стиле Индиана Джонса, вот. Я бы ожидал бы чего-нибудь такого. Ну, давай посмотрим. Так, нам надо... себе. Механизмы впечатляют. Сейчас найдем нужный. Ясно. Честно говоря, вообще не вижу нужный. Ну ладно. Ага, они вращают символы. Это поможет. Ну давай, Вест нам нужен. Так же лучше. А я понял, в чем дело. Вот так вот. Другое дело. Что это? Господи. Статуи? Капитан Пирх. Вот Бонни, Болдридж, Альбасра. Вот это я не помню. Так кем был этот Альбасра? Он могол. Один из солдат на Канке Савая. И как он оказался у Эвери? Говорят, его везли на казнь, но он освободился во время битвы и взорвал корабельное хранилище пороха. Благодарности. Имя. А что другой? Он был кем, а стал прославленным. Прощается.
Так, нам надо повернуть так, чтобы не испортить все остальное. Есть. Так, начинается. Кто тут у нас? Посмотрим. Джозеф Фаррелл, Уильям Мейс, Тарик бин Малик и Кристофер Кондор. 8 из 12. Так, этот готов. Теперь как-то нужно... Смотри, символы на кольце постоянно вращаются. Бин Малик, похоже, мало. Да, так и есть. Что он забыл так далеко от дома? Тут будет уже посложнее. Так, ну давайте подумаем. Как тут правильнее быть. Получилось! Я даже по его возгласу понял, что набрал правильный. Ну как получилось? По-моему, не очень получилось. По-моему, одного не хватило. Твою же мать. Сейчас, почти. Ну, логика вам понятна, да? Что я делаю? И последний разочек. Последние в списке – Ричард Вон, Эдвард Ингланд и Томас Тьюн. Сэм, смотри, похоже нам туда. Погоди, тут всего 11 пиратов. Не хватает главного пирата. Угу. Это странно. Ну, значит, он впереди. Попробуем. Куда теперь? Ни хрена себе. Ну вот и статуя Эвери. Знаешь, сдается мне, капитан Эвери страдал нарциссизмом. Думаешь? Да. Посмотрим, что он нам приготовил. Если что. Так, ну ладно, я вижу, у нас тут какие-то есть варианты, да? Я смотрю, погода портится. Походу, мы уже будем плыть в шторм. Нейт, скажи, только честно, как тебе все это? По сравнению с другими приключениями. Я тебе потом расскажу.
Так, а... Как-то это все странно. Меня немножко смущает, что здесь... А нет, мы... Туда нам точно не надо. Ну давай, Сэм. Ну. Не сорваться, не сорваться! Удержался. Класс. Так, а тут у нас что? Лодка там. После вас. Ага. Мы вернулись. Все отлично. Статуи Эвери справа. Я так волнуюсь, что у меня прямо руки трясутся. Да, понимаю тебя. Ну или просто мне покурить нужно. Короче, и то, и другое. Мне кажется, нашу лодку унесет, если мы так будем ее оставлять без привязи. Ну ладно. Подзорная труба... Может, нам посмотреть? Остров сокровищ отдыхает. Реально нам посмотреть надо. Эй, Сэм, ой, давай. Нет. Уступлю тебе право. Давай, Нейт. Ну, ладно. В кои-то веки. Ну-ка. Так, капитан. На что же мы смотрим? Вот. Ну? Большой остров в форме черепа? Просто остров. Без черепа. Она здесь. Либерталия. Знаешь, меня поражает твой оптимизм. Кроме нас тут никого нет. Но почему бы не разрешить себе хоть немного порадоваться? Порадуюсь, когда откупим тебя от Алькасара. Пошли. Ладно. Ладно, ладно. Ну нет, эти твои «ладно» всегда означают не «ладно», а совсем наоборот. Что ж ты хотел сказать нам, Сэм? Это наш рейф? А кто ж еще? Черт. О, кстати, сейчас, по-моему, будет то, что было в самом-самом начале игры. Помните, мы на лодке там в шторм плыли? Флешбеки. Или пролистывание вперед. Но я бы не против бы еще раз сыграть, честно говоря. Можно было и скипать таким жестким образом. Тропический ливень. В безвыходном положении. И теперь я понимаю, мы... Мне надо уходить. Вот. Похоже на того Дрейка. Сэм,
слышишь меня? Который у меня стоит на тамбнейле к видео, то есть на официальном wallpaper'е. Интересно, до этого корабля мы доплыть можем? Мы до него аж дойти можем. Не можем. Окей, я понял намек. Что-то как-то Нейтану поплохело. Какой жесткий ливень. И какой красивый ливень. Он реально тропический, вот как в тропиках. Один в один. Даже, еще можно сказать, не самый сильный. Самое важное — забраться повыше. Первым делом забраться повыше и сориентироваться. Я понял тебя, Нейтан, я понял. Я просто думал, здесь может что-то валяться. Да отвечай же! Пока не очень понятно, куда это выше. А, вроде нашли путь. Сэм, да что у тебя? Сэм! Такая вот она радостная жизнь искателя сокровищ. Сэм! Сэм, слышишь? Боюсь, что наемники тебя услышат скоро. У тебя сейчас такой грохот от ливня, что вряд ли. Слава богу, ящик с припасами. Ну да, конечно. Пусто. Все смыло. Это наша лодка. Может, Сэм забрал. Может, и Сэм забрал, но я, честно говоря, на такое бы не очень рассчитывал. Скорее всего, Сэм где-нибудь сейчас еще в плену окажется. Зато теперь мне нечего терять. Ну, кроме жизни. Разговариваю сам с собой. Первый признак сумасшествия. Первый признак одиночества. Господи. И шизофрении. Ничего. Ничего. О, черт. Да хватит тебе ныть, Дрейк. Вперед. Только вперед. Постарел ты, я помню, ты с пробитым пузом. В одной майке. Как меня все достало. По горам лазил. И то так не жаловался. Стареешь. А, черт!
правильно, сколько можно с пробитым пузом шастать. А что не так, Дрейк-то? Все же нормально. Что-то как-то я, видимо, не так нажал. Просто надо двигаться. Я теперь понимаю, почему эта часть последняя. Просто в следующий бы Нейтан уже просто ходил бы с палочкой и жаловался бы на молодежь такими темпами. Что-то я не очень догоняю, ну ладно. Как-то не бодрый Дрейк, он немножко другой в управлении. Совсем другой. Ну. Нам, наверное, вниз надо спуститься, правда? Ну давай, отпусти руки, нет? А нет. Не вниз, а наверх. Окей. Да что ж такое? Я же говорил, спрыгнуть надо. Ай, Дрейк, Дрейк. Блин, мне что-то тебя жалко аж стало. Все, помер, нет? Нет, жив, смотрите-ка. Даже волосы высохнуть успели. Что, мы снова пришли в себя? Может быть, даже теперь можем нормально передвигаться? Красивое тут местечко. Какая-то такая скала, похожая на дракона. Что ж, это отличное место, чтобы закончить эту серию и уже продолжить следующий. Спасибо за просмотр. На сегодня все. Оставайтесь с нами, пока Дрейк не умер. До новой серии. Пока-пока.